Очень красивый козел. Язык. Да? Потому что вот так через это ты можешь ей управлять. Туда, сюда, останавливать, даже задом. Вот, вот это все вот через эти, да? А телом тебе надо сидеть ровненько, спокойненько, чтобы можно управлять ее телом. Да? Вот тело, значит, ты управляешь вот так. Если одной ножкой вот так. Давай ножки. Ага. И пятка вниз. Давай, давай, давай. Ножки вниз. Руки вниз. А электричество, которое ты произвел при этом и производишь, и продолжаешь производить. Счетчик на генератор. А, его смотрят, да? Да, да, его проверяют. Сонька, визжи погромче. Тяжело затаскивать? Давай я попробую. Попробую затащить. Они ускачут, но еще... Римская мозаика, остатки римских. Я думаю, что они мало чего доделали. Это очень красиво. Тоже подземные подпольные. На фоне дубов надо, ну и с дубами надо сфотографировать. Дубы мы еще за этим лес посмотрим, там есть удивительные деревья совершенно. И дубы, и буки. Вон. Смотри, какая красота. Все там в тумане. Пошли, Соня. А у меня получится вон там эти. Ну, это мы еще увидим. Овцы совсем даже не нарисованные. Снимать, как ты снимаешь овец. Я всегда, у меня Мишка всегда один и тот же на фотографиях. Ну-ка, опусти свой фотик. Ну, пойдем с тобой. Тут точно такой же. Я ей говорю, чтобы она ее не трогала, а то эта паутина ловит мух. Она меня не любит. Вчера нас потрясли осы. Кто потряс? У
кстати, у Наташи и у Яши на чердаке. Там они как-то, видимо, на зиму. А это все натуральное, древнее, настоящее, да? Иди сюда, пройди. Я думаю, что это небольшие мастера голландские, но интересно, что все это сохранилось. А это вот и беда, конечно. Они не могут содержать, потому что безумно дорого все реставрируется при этом. У них обязательства все это сохранять. А как, не знаю, поэтому они кто-то превращает в воды или какие-то статы криптовалюты. В 1250 году. Ты запишу хоть название Тюдоров. Того места, где мы были. Little Court. Little Court History. Это, вот это мы здесь. Чего привидение? Что? В этом доме, конечно, живут. Привидения. Конечно, живут, у кого? Человека какие-то злые духи залетают. Поэтому кроватки все вот, до 18 века, они все были очень короткие, полутораметровые, потому что спали сидя, полусидя. Земли, которые дают такие еще всякие возможности, не просто там так потом развиваться. Ну, не всегда. Дом продается вместе с большим куском земли. Как правило, это уже все разделено на отдельные лоты, и, например, если дом покупает какая-нибудь сеть гостиниц или просто какой-нибудь бизнес под гостиницу, но они не всегда заинтересованы в большом, в окрестных полях, конечно, исторически, такое поместье, вот этот Little, наша деревня, это, скорее всего, была деревня для тех, кто работал вот в этом поместье. Деревья сикамора. Ну, они немножко, у них листья, как у клёна. Они тоже вырастают огромных размеров.